Как было установлено, двое жителей города Лида 91-92 года рождения пришли в указанный лесной массив вблизи деревни Йотки за закладкой с очередной дозой наркотика. В личных вещах одного из парней было обнаружено изъято 0,6 грамма опасного наркотического средства гашиш. У второго при личном обыске изъят сверток особо опасным психотропным веществом амфетамин. По данному факту в отношении двух жителей города Лиды были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 328 Республики Беларусь, а в настоящее время указанные уголовные дела переданы в прокуратуру Лидского района для направления в суд. Напомню, что за совершение подобных действий обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.